способы. Можно вижу, то есть чисто просто парень. Это что означает? Это означает, что молекулы как цены брали, когда похвалится много раз, и у них вырабатывается спустя. От целости как миллион. Которые слегка вещи целостной информации. Но именно эти маленькие отличия приводятся к тем, что возникает поток энергии. Генетические телефоны, чтобы типа инструмента, следующего продукта, это просто я перечислялся применением законов, применением параллельных то, что мы проходили, то здесь проявилось. Безбольно, сыграно, раздражение, решение, поиск решения, виды раздражения, преодоление проблем. Но мы при том предположили, что мы приняли полностью стихи, представили виды. Так что мы все остальные вещами приняли. Мы считаем, что это все достаточно важно. Тогда я не думаю, что все. Просто так получается, что нет. Немного бежит, все хорошо, потом.
Дальше. И важный такой момент. Первый уровень физики. Мы сразу. Мы должны решение здорового уравнения, которое ситуация, что самотворный вариант, который приводит к лучшему, чем Ну, и в результате, да,
为什么？肯定，你去，我比你，你问，对，我方，我同意。那个，我同意是，就，会不会？那个，都是错的，我不确定。那个，怎么了？那个我承认，没有什么，没有什么，没有什么，那是我都知道。为什么不是你没做好？这个东西，我觉得这个，然后，那不，你是你不行，你做错了，就这方面，所以是都，
Оказывается, равно тому, что я написал, я не буду писать все точно методы достаточно громоздко, да? Я поэтому не буду все множить. Писать, которые не помогут делать, но они у вас возникают. Подставляю в определение для потока тепла, мы получаем следующее уравнение для потока тепла через неизвестную добавку. Нам необходимо определить только одну функцию, да? А С программы. Аналогично, если мы будем рассматривать тезис синтеза напряжения, мы также получим, что тезис синтеза напряжения является второй частью напряжения. Тезис синтеза напряжения может быть представлен в следующем виде. Чем любое разложение к ортогональному полиному, чем характеризуется? Полностью однозначно задана система ортогональных функций, если нам известна область, на которой будет ортогональным полиномом, да? В данном случае он нуля до бесконечности. И второе, с каким весом? В данном случае при новом сольном полиномом известен в степени минус x на 30 ступень первого. Мы не можем привести решение с любого количества членов предложения. Достаточно, что
Получается, что хорошего описания из этих прогнозов, простых дат, достаточно использовать выражения, имеющие автогналы, имеющие только один член. Предложение Кулинова. И ты идем безразмерную скорость. Скорую скорость. И потом можно. Да? Когда вектор стоит, можно представить следующий вид. И следует дальше. Я все эти сеты промежуточные, которые получаются. И писали общее предложение по поводу поверил на самом деле. Это для бесконечности, не абсолютно скорость. Для Б аналогично. Да. Следующее. Для того скорости. Определение потока тепла и газа отличается тем, что параметры полимеров разные. Выбранное содержание в том, что это уменьшит впечатление. Но мы должны помнить, что решение реферировать дополнительные условия. Дополнительные условия, которые
Но с учетом того, что дополнительно, что плохо применяется только. Если добавка цикла не дает плана. Первые пять моментов мы получаем. Не должен давать никакого вклада. То есть, что это означает? И все равно. Это означает, что раздражение при популярном подмере Только один член, предложил это первый суд, то мы получим приемлемый результат. Вообще фантастический
получается. И все, пожалуйста, разбейся. Связано с первым процентом уважения, ну, все это реально. Ну, если мы ограничимся первым, то это не только первое, что мы не достаточно. Мы все равно сдвигаем обязанность. Таким же образом вставляем уважение вместо. Лицо за мной движение. Продолжение функции Б нового дня. Но для удобства оказывается то, чтобы взять индекс временного флагела в зоне интересной опять пора. И опять чудить чудесным образом. Оказывается, что в данном случае это завязка. Надо брать членом все члены, начиная с нулевого. Все члены разговаривания. И оказывается, что мы можем тоже ограничиться всего одним первым членом, исчезающим. То есть вообще заменить функцию Г константу. Но на самом деле разработано много решений для произвольного порядка, так сказать, члена, который мы оставили в сумму. Сколько нужно? Сильный коэффициент привоз, если случай мы оставляем только по одному члену. По одному члену. До повода А равно единице. Первое число. Также мы все, что при новом наделе, вот там у нас ходил всего. Сколько? Некоторых минус x. Все, что есть при новом наделе, первое при новом наделе, смысл. 3-3-2. Тогда мы берем правую и левую часть и нажмем на следующую величину. Дальше используем просто стандартный решение с учетом возражения на автогональном минимуме. Умножаем на этот путь диагональный полинома и интегрируем растяжку. Потом мы в результате получаем следующее выражение. После того, как мы правую часть взяли и разложили по полиновому воде, оставили единственный член, мы получим коэффициент. Мы с вами оставили
Поэтому вот у нас интегральное уравнение вместо функции А. Мы поставили предложение по бурнированному отделу на первую смену. И этот коэффициент мы должны найти. Мы должны посчитать. Видите, сюда входит. Принимал эгера от разных скоростей. Скоростей. Наша чистка, которая сталкивается. Скорость переводчатости. И минус. Член, зависящий от скоростей, просто оказывается, что эти интегралы могут быть существенно упрощены. Мы для этого используем следующее выражение. Переходим. Центра масс. Когда у нас C мы пишем C прямо и то есть удобнее перейти в интеграл. У нас при России это меняется.
Потом. Течение в рассеянии, который входит в транспортное сечение рассеянии с индексом 2. Транспортное сечение. Дифференциальное сечение рассеяния, которое в классической механике расходится при рассеянии умножает на неизменную скорость квадрата. То есть сильно занавивается класс сечения при рассеянии умножения и в это определение полного интеграла, точнее разумного интеграла, как раз и сильного сильного. Можно рассмотреть разные модели сильного сильного. Жестко, сильного сильного или шарик. Но при этом я еще раз повторю, что мы сделаем? Разложение пополненного санина, оставим всего по одному члену и получили результат, который, по крайней мере, дает правильное значение для коэффициента Пранка. Коэффициент Пранка на ЦП 5,2. На том же глазу и правда, что правда у нас двух-третьян, что с очень хорошим способом подают с экспериментальными данными. Если взять спину рассеяния и шарик, это какое было рассеяние? Два шарика сталкиваются, мы получаем затронутую силу рассеяния. Его можно посчитать все транспортные системы России. Потом у себя по функции. Мы получаем шарик, добровольность пропорционально чему? Начинаем течение брата.
квадрат геометра, может быть, вязкости не видим. Появляется то же самое величина. И можно выразить через длину свободного пробега. Переносим вот эти чипы на сколы для твердых шаров. Представляется в следующем виде. Вот. Эту формулу стоит запомнить. Коэффициент примерно равен 1/2, да? Ро, С, а С это средняя арифметическая скорость момента. Свободного пробега. Равно свободного пробега. Свободного пробега мы определим с следующим образом. Единица, корень из двух, плотность газа, течение рассеивания. Если бы мы не занимались этой теорией, чем бы она исполнила, мы могли бы получить из модели чипного склада мы получаем следующее выражение. На Т на М это сколько? Скорость, да? Самое замечательное то, что плотность газа при этом вылетает. То есть это переносит, это вязкость, 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 это оказалось неожиданным. Вот еще вспомним. Все происходы в школе все получается. Только численного коэффициента порядка единиц.
сейчас резко включается, понимаете, 0,5 процент. Почему? Состояние выбора. Мы не рассматриваем. Я этим туда самолет писал в английский курящий пропорциональный эпсилон, эпсилон, вы помните, который Мелла Джонсон, да? Глубина гена. То есть эпсилон размером его постоянно. На тот момент, когда есть и от этого. Минимального силы потенциала, корень шестой степени. Два степени на шестой, два степени на шестой, почти единицы. Сопровождение возможности, можно написать, что газ, хотя есть какая-то универсальная функция температуры, когда мы имеем следующее выражение. Ясно? Великий. Понял. Приготовлен. Какая функция? Т. П. Степень цели.
你有三个父亲，你这个，你这个，这个不单是父亲，这是爹的，不是父亲，这个是关键，这个不是关键，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，不是，我，我应该是，那是。Посмотреть, как залезло. Ну, ясно, температуру. Кто пересчитает, кто учит модели. Удорожение, не будет ясно. Хотя он тоже будет критически. Ну, получаем, кого публично согласен. Важно, да? Ты просто считай, по-моему. Да. Ну, я просто считай. Представлено. Предоставлено. Тогда еще лучше. Предоставлено. Предоставлено. Параметры. Это самое взаимодействие. Понял. Каска сидит в пароле. Они входят через землю где-то в два. И что можно было разные теории, сопровождалось и применением огромными предположениями. То есть мы, например, ставили предложение только одного члена не исчезающего. Включили совпадение, но мы говорим. Почему рассматриваем с вами этот есть. Сейчас
До этого мы рассмотрели чистую газу, мы помним, на стыке. Теперь, если у нас есть простые, смерть простых газов, что изменится? Мы можем нарисовать на линии Господа, и тем же образом, правый час, у нас будет интеграл с отдалением нашего газа сорта. Сорта А, все сорта А, там сорта Б. То есть, понятно, да? Интеграл с отдалением. Входит в сечение взаимодействия сорта А, сорта Б. В принципе, мы предполагаем, что то есть на самом деле это у нас пускай у нас немножко кара зависит газ, в смысле, кара зависит, тогда у нас пение, то есть ну, и больше у нас каштык получается. Когда это все готово, мы можем определить плотность газа. Все определено. Растяг. Мы определены. Вообще скорости. Среднюю скорость. Да. Это я слышал. На год. Мы можем определить среднюю массу использовать. Неси. Средняя масса используется определяется к полу. Это плотность. Так, это все. Вот, да. Мы его массу, мы его среднюю скорость. Великую. Полную плотность. Кто характеризует смесь газа, отличие от слова? То, что у нас средняя скорость каждой компоненты да, не совпадает с течение после газа каждого компонента, своя средняя скорость, и она отличается от средней массовой скорости. Поэтому мы можем ввести тепловые скорости, так же как в простом варианте, где у вас скорость появилась как? Появилась средняя скорость движения, еще есть скорость, но это средняя скорость. Здесь у нас для каждого только газа мы можем обеспечить также диффузионную скорость. Диффузионную скорость и как отличие отличие средней скорости каждого газа средней скорости всех. Здесь мы сидим, да? То есть мы получаем новую характеристику потока, где входит в определенную скорость. Здесь данный характеристик, скажем, понял. Это не массовый период, не всегда, да? Массовый период, в смысле. Часовой. Вопрос. Ну, то есть поток массы этой компоненты. Когда начнем
Здесь какой-то масса. Главное. Делать скорость. Можно вести также тензоры напряжения по аналогии тем, что мы делаем. Тем, что мы делаем. Просто два. Тоже сильнее. Каждый компонент. Все эти окружение большое. Можно ли представить вместе. В полном равновесии у всех компонентов должны быть одинаковые температуры. Мы можем включить. Также, как мы получаем эту постановку газа, мы можем включить его на уровне газового уровня и дискуссии газа. Вроде и больше, но мы можем при самоторном уровне применить скорость и продавцовую. Это время процесса цунга. Получаем уравнение уверенности по каждому компоненту. ПМА-ПДТ плюс дивергенция. Поскольку таких компонентов у нас К большой, да? Мы получаем К уравнение уверенности. Поэтому, если мы сложим все массу смеси. Движение смеси. Но в этом уравнении мы помним тензорное напряжение. Сумма тензорного напряжения. Входит член. Сумма К, В, еще сильные массовые силы действующие. Берем поле тяжести на разные компоненты. Пульсы действуют по-разному. Эмоциональная масса. Если мы умножаем на c квадрат, c
Чем он отличается чисто от того, что возникают потоки, связанные потоки энергии, связанные диффузионными потоками, то есть с тем, что скорость, средняя скорость каждого компонента отличается от средней массовой скорости. Также входит член включающий. Каждый компонент будет действовать разным силам. То есть, что мы имеем в первом смысле? Мы имеем 5 места уравнения, с которого одно уравнение является суммой персонального уравнения. Нужно создать еще место. Соответственно, данное лечение является 5 бедноумственных лечений. Но, этапы отрастения. Компоненты тесного напряжения, но по порядку необходимо говорить также, это сделано для этого. Но необходимо говорить три пары компонентов диффузионных толстых. Кроме того, что у нас уравнение родимости, то есть больше, у нас еще появляется три пары компонентов диффузионных толстых. Что такое диффузионность? Это скорость. Каждый, средняя скорость каждой компоненты имеет среднюю массовую скорость всей смеси. В одном приближении почти точно имеет максимальное распределение. Каждый компонент имеет тепловая скорость. Средняя скорость температура зависит координат. Тем самым определяет зависимость системы должного уровня. Уже зависит координат посредством своих гироскопических параметров. В этом приближение, минимум приближение, да? У нас что было? Не просто было. Метр потока тепла на равном уровне. Здесь еще у нас метр диффузионной скорости равно нет. Кто занимает, кто занимает машину, равно нет. Это система, когда в массовой скорости. Это всегда равно нет. Кто занимает машину. Перед движением. Сохранялся такой гигантный член. Проблемы. Они приводят к уравнению мира в дискуссии. К уравнению, которое мы разрываемся на каждом компоненте смеси. Мы не разрываемся во всей смеси. Мы не движение, где мы выполнили.
Точно так же, как дополнительные условия. Дополнительные условия. Дополнительные добавки не носят вклад ни в цели массы плотности. Средней плотности. Цели массовой скорости не в температуре. Вот, это я совсем если мы теперь делаем так же, как мы делаем для однотонного газа, исключим все производные по времени от плотности, мы получим следующее выражение. Рассматриваем такие сложности, равный рост. Я просто покажу один член. Член, который отвечает уравнением для смеси. Да? Уравнение первого порядка для смеси. Для сущего уравнения. Рассматриваем. Если вы помните, там мы вводим вверх по лице, стоите белый, включающий производную температуру по бордону и скорость по бордону. Для плотностей, плотности, замечательно могут быть исполнение температурной скорости. Смеси же да, остается член номер стандартный член предметного температурного скорости возникает член пропорциональный так называемый вектору диффузионных сил. То есть, когда в комнате N, куна, это финальная или что? Средняя концентрация. Да? Это же. Да, все два. Можно на таком устройстве. Это называется вектором диффузионной силы. Да? Правда, вот. Он включается на следующую сторону. Это диффузионная сила. Чай. Где концентрация? Градиент давления, это так называемый барометр, член барометр, который пропорционален концентрации числовой
Nossa,